Всем привет, дорогие друзья, это программа Максимум ДПС, и в этом выпуске будет лайфстилер. Ну что же, Картман, привет! Здорово! Готов твой путь к боли, к настоящей боли? Ой, Найкс, готов к вкусному обеду? Походу да, вкусный обед будет для него очень даже. Походу и пульс готов. Так, ну тогда даешь отсчет, не будем томить. Давай. Раз, два, три. Ого, что ты ему купил-то? По 1400 просто. Вкусно, вкуснотища. Так, уже по 6 сотен, по 5, по 4 дополнительного дэмэджа. Надо рейджануть. Рейдж. Да, ты умеешь рейджовать. Я уверен. Так, ну. Добил. 26 секунд. 26 секунд. Ну, неплохо. Это рекомендованные айтемы. А теперь... Хоть убил. А теперь мы возьмем нерекомендованные айтемы. И это будет Мжолнир, Абиссал, то есть 6 неповторяющихся шмоток. Целых 6? Целых 6. Так. Дейдалус. Одна рапирка. Так, и что-то там я еще собирался взять. МКБ, по-моему, да? Да, так и есть. Вот. Да, хороший набор темов, хороший атак спид. Иди-ка сюда. А ну давай. А ну сейчас давай. Даешь отчет. Один, два, три. Давай, давай. Жри его. Жри его. Жри его. Хорошо, хорошо. Берешь говно. Кусочки. Ну блин, я походу второй рейдж даже нажать не успею. Попробуй, ты можешь. Не успел. Ну получается... 20.5 секунд. 20.5 секунд? Как-то странно. Так и есть. Ну, запишем 20. Так, ладно. Теперь три рапиры и три шмотки на выбор. Так. Так, вот они, наши три рапиры. Мжолнир. Дейдалс. Мьолнир, ребят. На самом деле правильно называется Мьолнир. Никакой не Мжолнир. Ой. О, господи. О. Так, даешь отчет. Ну, может, еще разочек мне. Ну, тебе а? Понравился, я чувствую. Давай, еще один раз. Блин, критов-то нет. Слышь, он перемещается еле-еле, живот теперь болит. Так, готов? Давай, раз, два, три. Одного удара хватило, чтобы полностью. Мне кажется, у тебя что-то было проблемы с ХП, но их что-то не ощущаю вообще. Да, с таким пуджом, конечно, вряд ли какие-то проблемы с ХП будут. Ты посмотри, какой дат димач, просто дат димач. 16 секунд, это жесть. 16 секунд. Вот такой вот у нас лайфстилер ДПСер по толстым юнитам. Так, и теперь второй Дейдалус вместо одного мажора. Где там у нас еще один Дейдалус? Оп. Ага. Дейдалус. Дейдалус. О, господи, о, боже мой. Че я такой медленный? Хотя я толстый, в чем вопрос. Давай, я в спину тебя буду бить, как Рики. Давай, раз, два, три. Прям Доктор Хаус. Да, ну, конечно, атак спид просто не очень совсем прям. Да, как только рейдж кончился, DPS, можно сказать, тоже кончился. Ну, это да. С двумя мажорами пободрее смотрелось. Почти сколько? 19 секунд. 19? Да. Но с двумя мажорами явно пободрее смотрелось. Так у него так спид был. Ну, вообще, на самом деле, глупо было 2 Дейдалуса брать, наверное, потому что в основном основной дэмэдж он еще и с пассивки своей наносит. Чем больше атак спид, тем больше ДПС за счет пассивки. Но я думал, может быть, криты там, что-то такое. Да. А давай еще один вне зачет. Не за счет. Мажор, кираса и дезолятор. Вот просто чисто мне интересно. Подожди, я тогда уже забрал тем, чем я буду тебя убивать. Да, подняться назад. А, ты меня еще убить хочешь? Блин, какой ты кровожадный. Конечно, ты же лайфстилер. Давай, готов? Готов. Раз, два, три. Давай.
Давай, максимум DPS! Жри его, жри! Хлобысь, хлобысь, хлобысь. Жрать, жри его! Давай! Давай! Еще! 18 секунд. 17 секунд. Ну, даже быстрее, чем предыдущий результат. С двумя дейдалусами, а этот закуп подешевле будет. Изолятор-то всего 4000 стоит. Ну, вот как-то так. Ну, что ты там задумал? Давай. Подожди, дай я все заберу. Ты уверен, что у тебя получится? А ну, если давай, я буду сопротивляться? Давай. Или сопротивление бесполезно, как всегда? Не знаю. Давай. Так. А, я буду... Где ты? А, подожди. Давай. Ням-ням. Piece of shit. А я рефреш нажал. Нормально? Просто нормально. Так я нажал рефреш. Тара-тара-там. Ты где? Ням. Ням. Жри его, жри! Жри, жри его! Жри, жри! Слышь? Ой! Я убил твоего. Агадива, это нет! Агадива, это нет! Прицель, что такое быстро? Или есть? Они монетки, мы же умерли. Я от клонов твоих даже хилюсь. Настолько суровый. Все сожру. А, я видел. В инвизе? Ах ты ж. Ну давай, давай, иди сюда. Конечно, нечестно! Честно, только в туристе не обращаюсь. А? Перепад твоего меня не трогал? Ты доминатор там был, но что-то перепад. А-а-а. Ну нечестно! Да! Не получилось у тебя ничего! Не зачет тебе! Не зачет! Лайстиллер сильней. Ну что ж, на этом все, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока.